Добрый день, мои наши дорогие друзья, любители видеоигр. С вами канал Максимадзе и вместе со мной Леха с канала Чупа-Чута Ворочута. Всем привет. И сегодня мы играем в футбол. Да, в игру FIFA 21 на консоли PlayStation 1. Ой, 5. PlayStation 5, да. Ты вообще... Уже почти год с ней хожу и забыл. Так, с консоли PlayStation 5. И вот мы попробуем сегодня победить Леху, хотя у меня никогда в этой игре этого не получалось. Так, может, кого бы нам выбрать? Русских, может? Ну, ты можешь сборную взять, это вот, это надо нажать вот эту. Русские, это где? Алло, где русские? Вот, национальная сборная, вот тут русские. Национальная сборная? Сейчас. Там женщины, блин. Остальной мир. Где национальная сборная? Я что-то пропустил, я что-то поглядел. А, вот. Аргентина есть, Австралия, Бельгиум, Бразилия, Канада. И где русские? Русские сильные вообще или нет? О, Индия вообще слабаки. Ну а где Россия-то? Россия! А, вот Россия. Ну что-то не очень. Ну это сборная России. Берешь ее? Ну давай. А давай я тогда возьму США. Давай. Надо. Так, США. Если она сильнее России, то я, наверное... Ну у тебя посильнее. Да, ну да, ну ладно, давайте. Россия против кого? США. А. Сборная США. Так, все-таки красный это цвет канала Максимадзе, так что его... Так, ну я возьму. Жалко, вот у тебя нет этого фиолетового. Черно-синий. Так, все, выходим на поле. Пробуем. И вновь зовет нас шум трибун. Великая игра снова с вами. Там русские. Сегодня сборная России сыграет Орел против сборной США. Складывается такое ощущение, как будто реальный футбол смотришь. Прям вот реальный футбол. Футболисты-миллионеры идут. С радостью говорю вам привет с домашнего стадиона. Россия, United States of America. Буквально несколько слов о комментаторах сегодня. Вот Зюба, он поставлен. Как ни странно, для вас работают Константин Генич и Георгий Черданцев. В футбольной программе на сегодня международный товарищеский матч. Интересно, а Путина на трибуне нет? Сборная США. Очень хорошая игра у нас сегодня может получиться. Ничто этому не мешает. Форма классно сделана. Ну да. О, блин, так красиво, да? Да. Сейчас будет гимн России. Блин, как я обожаю герб России. Он так красиво выглядит. Орел вот этот. Он всегда мне нравился. Орел. И США. Так, вот хотел бы сказать Нигер, но поскольку это реальные люди, вот прям, не надо. Не будем это делать. I'm sorry. Команда будет сыграть очень активно. Тренер предельно насытит поле атакующими игроками. Начинаем. Вот у тебя Дзюба сам по себе. Так, сейчас тебе надо... Let's go! Сборная России начинает матч. Let's go, my people. Сакер. Давай. Ой, а поле-то, смотри-ка, посветлее такое чувство, говорит, чем. Ну да. То, что солнышко. Куда ты беги? Не туда. Солнышко и тень, он... Вау, не-не-не, братарь, подхватывай. Что, блин, да вы дебилы, что ли, вообще? В лучшем начале, наверное, и мечтать не могу. Че так быстро-то? Не знаю, так получилось. Братарь какой-то... Ну видишь, я его обманул. Защита — это большой вопрос.
Он бы не успел. Да блин, я так не умею делать вообще. Ну ты тогда сделал в том видео так. В том видео? Ой, не видео, а сегодня, первый раз, когда включил. Ты так сделал. Сборная США ты идет. Начинаешь. Хорошо, сегодня играет. И let's go! Хватай, хватай мяч, давай. Противников обгоняем. Ой, а что ты упал? Неплохая была атака. Это я подножку. Хорошо, что придумал. Ты кому дал, дебил? Это, о, как я отошел. Сникерс. Сникерс. Ай, забирай. Забирай. Молодцо. Давай, 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 шансы есть, давай. Да блин, да ты дебил, что ли, Леха, ну зачем ты это сделал? Про кнопку R2 не забивай, тут медленно. А, я опять забыл про кнопку R2. Я все время про нее забываю. Давай, давай, беги. Обхватывай его, отхватывай. Блин, ты мне не дал забить. И это прекрасно. Еще раз смотрим, как команда забивает и выходит. Ладно, мяч все равно мой. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, давай, выхватывай, выхватывай. Оооо! Да! Давай, добивай! Я думал, сейчас закатится. Нужно было отвести угрозу от ворот. И вратарь... Я думал, сейчас закатится просто ворота. Ты бы сейчас... Я бы даже не забивал... Ну, смотри, смотри. Еще бы чуть-чуть. Да. Еще бы чуть-чуть, и он бы закатился. Ладно, вратарь. По сравнению с остальными, не такое ты говно. Ну, вообще-то он сейчас чуть мяч ворота своим закатит. Точно. Давай, давай! Да блин, куда ты? Кому ты отдал, дебил? Не получилось. Ой, не туда прибежал. Я опять забыл про кнопку. Вау, блин. Ты что творишь? Зачем я это сделал? Я сейчас красную или желтую карточку зачем? Не, желтую все-таки. Мне в прошлый раз дали красную. Красную дают за две желтых. То есть один раз получил, а второй раз уже нет. Я не получал в первый раз желтую. Да? Но это еще как-то можно пережить. Мне сразу же дали красную. Вот, тренер твой. Кого-то напоминает, если честно. Тренера. Пенальти! О, пенальти. Ну все, это изи гол. Так, только не говорите. Вот смотри, видишь, я не могу сдвинуться туда. Я просто не могу туда сдвинуться. Я не ты знаю. Ты сможешь, что. Когда я буду пинать. Давай, давай, двигайся. Он не двигается, видишь? Вот никак. Это было нечестно. Не знаю, честно. У меня получалось. Это не, а у, я просто не могу туда сдвинуться. Это просто нечестно, блин. Это вот прям вот нечестно, я думаю, все согласятся с этим. Почему я туда? В реальной жизни возможно, здесь нет. Почему? Да возможно. Не получалось. Ну почему у меня не получается? Я двигаю, он туда просто не двигается. Предел. А, это. А, я думал, это мой. Блин, они похожи немного, если честно. Забирай. Не туда. А, господи, R2. Забивай. Блин. О, это было близко. Я слишком... Довольно высоко. Это хорошо. Я слишком долго еще держал на самом деле. Не, он бы попал, если бы вратарь не допрыгнул. Смотри. А, ну да. Это вообще нормально сейчас. Блин, ну вот здесь мне везет гораздо меньше, чем в CSGO, блин. Давай. Давай, не тут. Ахметов. Куда ты бежишь-то? Да я просто от твоих подальше отбегаю. Про R2-то ты забыл. Блин. Я опять забыл про R2. Блин, как сложно кнопки некоторые, это самое. Да тут всего три кнопки, что-то. Поздравляю, мадам. И где мяч? Бросай. Оп. Не, куда ты забрал мяч? А ну иди сюда. Блин, опять я про R2 забыл. Давай, беги. Нет. Фух, повезло. Ах ты, на этом контратака их заканчивается. Надо было сейчас нажимать крест. И смотрим повтор пенальти. О, пенальти. Опять? Героям и спасти свою команду, ну, а, это повтор. Зачем повтор показывает? Да, я тоже что-то не знаю. Так, давай, забирай мяч туда. И беги. Нет, там же почти никого нет. И это прекрасно. Беги, дебил, беги. Куда ты? Вот, зря ты сейчас остановился. Навряд ли ты теперь сможешь пройти. Угу, ты забрал меня. Хорошо, они атаковали, но теперь остались без мяча.
Да блин, давай, я давай, просто давай, никак давай, не, не могу в него. Ну все, это гол. Опасно это будет. Ну, ох ты. Блин, забирай. Молодец, беги. Беги, пока есть силы. Беги. Отдавать мяч нужно. Беги, и... дорогая, беги. Пум! Блин, красава. Что-то косо. Куда-то в Косово. Бросай давай. Почему мне все время пас вначале дается всегда? Ну. Выхватывай. Да не туда, дебил. Себастьян. Вот, забирай. Отдается. Погнали. Да чем бегать-то медленнее, чем... Вот, да блин. Надо тише подходить. Да блин, да твои мешают мне. Ой, нет. Да, не на ту кнопку я нажимаю. Вот это момент у него. Я не ту кнопку нажал. Беги. Захватывай. Да блин. Куда ж ты его убиваешь? У тебя мяч сейчас был. Ну ты сейчас профукал. Только что секунду назад у тебя был мяч. Себастьян Леджет. Теперь я понял, почему Леха у меня... Хороший шанс есть у команды. Мяч постоянно выхватывает. Потому что... Я забываю, ну все, это гол. Блин! Дебильный. Ноги бросаются, голкипер, как. А за это никакой штрафной не дадут. А, это вратарь сделал, я думал, ты подлез. Ну это твой вратарь. Фух, ну ладно. А в смысле, ты уже два, что ли, забил? Да. Когда ты второй-то успел, я что-то проглядел даже. Не удел тут защитник остался. Пенальти был второй. Да, ну и пенальти-то нечестный. Нет. Пенальти вот не стоит. Нет. Да ты дурак, что ли? Запасывай давай. Блин, я на две случайно назвал. Сборная США теряет мяч. Фернандес. Да блин, да твой мешает. Ну нельзя такие моменты вот так использовать, просто взяли и подавили. Надо было ближе, потому что никого не было. А как он вообще пролетел? Ну рядом. А так выглядел, как будто этим все-таки забил. Тренер твой разочарован. Да твои мешают мне постоянно. А тренер твой разочарован. Да потому что твои не дают мне туда подойти. Никогда. Вот мне ты забиваешь. Мои тебе не мешают совсем. Да куда? Ну чё он так быстро летает-то, мяч? Мяч быстро. Не-не-не, думай, забирай мяч, забирай, беги. Ему ещё стараться. Пасуй давай, туда. Ой. Забирай, да блин. Это мой, просто вытащили. О, а чё сейчас случилось, офсайд? Не знаю, может быть. Были у него шансы выйти на ударную позицию, но четверка защитников действовала слаженно и перехитрила нападающих. Аутсайд. Ой, когда мне уже пенальти дадут, а? Вот этот пенальти вообще просто несправедливый был. Я просто туда подвинуться никак вот не мог. Просто никак, просто предел был. Потери и у соперников. Да блин, да. Беги. Хорошо, мяч вперед тащит. Ах ты! Вы не говорите, что мне сейчас красную дадут. Карточка, внимание. А, ему же давали желтую. Да. Именно ему, пятому? А, не знаю. Может так, быть. Предупреждение. Предупреждение, не он, значит. Нет. Это возможно он просто судья решил не давать карточку, он решил поговорить с ним. Ну и правильно сделал, потому что компенсация за пенальти, за вот это вот надо бы. Опа. Штрафной. Тактический штрафной. Добавить закрутку. Мяча во время отхода к мячу. Во время приближения игроку. Так, мне сейчас опять не дадут. А мне сейчас опять не дадут подвинуться туда. А как управлять? Свистят болельщики, давай-то подбегайте быстрее. Ах ты! О, схватил! Молодец! Бросай туда! Давай! Не понимаю, как я забил. А мяч где? А, вот он. Давай! Бей! Блин, головой надо было бить. Оказался в офсайде. Давай, бросай туда.
Блин, вечно тут твои мешаются, блин. А что случилось? Первая половина матча. А, все. Сборная не всегда можно увидеть хороший футбол. Да, Леха уже два забил, второй несправедливо причем. А я вот не обидел. Ничего не смотрел, сколько минут. Я надеюсь, камера моя в спящий режим не ушла. Да. Пока значит, перерыв, тут камеру надо проверить. Вы нажимаете фильм тогда. Камера пишет. Чё, черного экрана нет? Нет. Да, ну и пускай так будет. Там 2 секунды примерно разница. Слушай, только... Подожди, давай послужим. Так ничего не трогай. Я просто кнопку вот эту нажму. Чтобы в спящий режим она не ушла. А то спящий режим... Я ничего не нажал. Да все идет. Хорошо. Ну там 2 секунды примерно разница. Понял, да? Да. Сборная США. Ничего, правильно. Давай. Так, а я теперь в другие ворота забивать должен. Да. Топай, не туда! Вот это опасно может быть, ошибается. Вратарь, выхват. Можно бить! Вратарь! Оооо! Что-то прям слишком легкий. Так, да блин, мы... Почему аутсайд за это не дали? А что, должны были дать? Да ты пересек эту линию уже. Линию там можно пересекать, а вот сайт не за это дают. А за что? А за количество игроков, как я понял. Хотя я не знаю, по-моему, за количество игроков. Ну, количество игроков-то у тебя тоже было. Тебе давали. Но это не от меня зависело, нет, а от судьи. Не из-за этого, походу. Судья вообще может так, никто только не мне помогать. Да блин. Ой, а что с лампой такое? Сейчас было. Не получилось. Выхватывай! Может он идти дальше. Давай, вратарь. Еще один гол. Да блин, даром что новый. Пошел ты нафиг, блин. Просто, блин. Ой. Я не могу. Он так злится, что лампа аж вырубается. Повторяют нам гол. Очень неудачно в этом эпизоде сыграл защитник. Потерял он позицию, и это стало решающим. Давай, ничего. Бросай, давай. Да что такое, а? Ну ты злись поменьше. Да блин, твои не дают мне ничего сделать. Сейчас... Опа! Твои мне вообще пусто не дают. Куда побежать? Давай, выхватывай. Да блин, ну что ты промазал-то? Ой. Да что слабо так, а? Не знаю. Так, а какие ворота я бью, напомню? Эти? Жози Алтидо. Не-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 
Мяч в ворота залетает. Ты что делаешь? Не кусайся. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Максим! Максиматься нападает. Улетел. Соперник отправляет мяч. Джойстик свой забери. Только джойстик не ломай. 6000 стоит. Сказать, что тренер недоволен. Фу, господи, я тебя загребал. Голами, печень. Максимация сберил. Прям как видео на пробке. Нападает на меня. И как Леха в последнем видео по CSGO. В 6-й серии. Ну это просто расстраивает. Да что такое, а? Слабый с этой, блин. Блин, если эта камера сняла, это будет вообще класс. Да не туда, ну дебил, ну не... Чуть-чуть потратился игрок. Эй, чё, аутсайд? Погодите, а чё такое? Тебе не повезло. Давай забирай! Не-не-не, ты забирай. Да чё с моей лампой-то не так? Ты один на... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Забивай, забивай, забивай! Да блин, ну дебилы, забивай! Нет! Забил! Тебе просто повезло. Забил! Все снимаем. Ну хотя бы один забил. Черного экрана нет? Нет. Так, нажмем на всякий случай на кнопку. Ну пускай записывает. Блин, я поцарапался немного. Как у тебя замена? Замена, замена, давай! Не случилось бы гола, сыграя вратарь уверенно. В его силах было не допустить второго удара. Хорошая замена. Я забил, я забил! Да. Камера, фонарь с ума сходит. 5-1, преимущество в четыре. О, а мы-то уже играем. А, блин. Током бьется все. Ты что такое? У тебя все током бьется.
Быстрее, хватай! Дебил! Ты посмотри на этого фигилу, блин, закрой! Хорошо, не слово. На угловой уходит мяч. Русский вратарь, блин. Давай, да что других игроков-то так много здесь? Ну, у нас с тобой одинаковое количество, блин. Беги! Нет, блин, я опять чуть про два не забыл. Беги! Давай! Забивай его нафиг, да, блин! Ну это слишком слабый удар на таком расстоянии. Неплохой удар, но вратарь. Но вряд ли так получится. Да блин, да твои догоняли уже, я хотел попытаться. Давай забирай, блин. Классная игра в отборе и за боковой мяч. Вылетел мяч, блин. Сам его туда пнул. Ну ладно, хотя бы. Вперед он мяч тащит. Давай, беги. Вау. Хороший навес, но... Воу, забирай, беги. Свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего кипера. Нет, фига себе. Беги. Забивай нафиг, да ё-моё. Да у тебя вратарь какой-то сильный, блин. Да потому что ты слабо бьёшь. Если я в твоём тоже так буду бить, он что же будет тут это забирать мячи. Такие передачи придают атакам остроты. Есть у него место для движения. Не-не-не, вратарь, давай, подхватывай. Этого... Блин, даром, что новый? Пошел ты нафиг. Он записывает на свой счет хет-трик. У тебя замена? Замена, давай. Просто, блин, шансов уже у меня никаких, блин, нет. Раунд, этот матч скоро заканчивается, уже, блин. Замену мы себе пропускаем. Ладно, хотя бы... Ладно, хотя бы один гол забил. В прошлый раз вообще ни одного не забил. Давай беги, а я... Тяжи вроде, да? Блин, забирай обратно. Ну, я сказал, пасуй, давай. Да блин, да что за пасы-то в недодачу, блин? Ну, а? Не забирай, да блин. Извините, но мяч мой. И место есть на фланге. О, нифига себе, ты подпрыгнул. Да не, та, не на того игрока. О, выхватывай мяч, красиво выхватил. Там игроки какие-нибудь есть? Давай, забирай мяч. Забирай, да ты не подхватывай. Не удел оставили обороняющегося игрока здесь. Прорывается он с фланга. Ты сейчас легко мог забить. Да блин, опять мимо. Если ты бы прямо побежал, да блин, да и дал бы пас, и забил бы легко. Да нет, твои меня догоняли уже там. Меня твои там уже догоняли, у меня не было шансов уже. Насколько я помню. Давай, мне. Нет! Забивай, да ё-моё, ну что у тебя за вратарь такой, а? Сильный. Да блин, ты дебилы у тебя игроки, блин. Мяч где? Я его не вижу. Ты делаешь. Мяч где? Вот он. Бросай мяч. Мне отдавай мяч. Куда побежал, блин, дебилы? Дебилы, да. Ты посмотри на твою фигилу, блин. Давай, беги. Беги. А, у тебя мяч мой? Угу. Давай. Ты запас такой вообще. Фига себе. Да потому что я своим телом закрыл. На фланге, и тут есть свободное пространство. Блин, на этого переключайся давай. О! Убивай его нафиг вообще. Высоко. Впереди еще 10 минут. Еще туда, давай. Да блин, ну почему к противникам прям туда? Возвращают. Идет атака флангом. Хватай. Да ё-моё. Ну это гол. Какой гол. Может еще и нет. Блин. Вовремя твой подбежал. В отборе будет аут. Давай. Туда. Не-не-не, куда ты забрал-то? Ой. Дает момент для удара. Не гол. Эй, добивайте. Кто-нибудь. Дорого обойтись. Иди, забирай, беги. Не может удержать. Да блин, а почему тебе? Похоже, что встречу команды просто... Почему не игроку рядом, который стоял, а? И есть куда бежать ему дальше. Пау! Вау, нифига себе. Но мячик еще в игре. Я думал, я успел нажать пас. Давай ему. Мяч где? А. Не удается его остановить в защите. Я что, проглядел, что ли, все? О, убивай нафиг. Че ты шмешь? Смотри. Еще идет пока.
где-то минут 3 еще. Почему? Записать. 5 можно. Минут ровно осталось. А, ну ладно. Я думаю, да, мы успеем. До 29 минут записывать, конечно. И что он... Давай, 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 выхватывай, да не туда. А-а-а, добивай! Сборная России. Ой, что случилось? Да. Нарушение какое-то, что ли? Не знаю. А, твоему, вот кстати. Так, пока делался устное. А что я сделал? Да, теперь можно прослыть хорошим, воспитанным футболистом. Так. Он что, устал просто? Давай. Давай, вот это. Все, ты последний минут остался. Теперь вот этого. Я должен забить, давай, давай, я должен забить. Не-не-не, мне бы надо было забить хотя бы раз. А! Ой, нифига себе, вот эта цепочка была сейчас. И... Чё ты на меня напал? Почему моему именно? Рефери посчитал этот эпизод недостойным. А, ну ладно, осторожно, не играйте. Пощада. Ну ему, конечно, виднее, придется с ним согласиться. Вот так цепочка, блин. Я начинаю с ним. Ну все, я сейчас забью. Оп. Выхватывай, выхватывай. Соперника теперь будет. Да блин, ну почему? Давай, 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 давай. Ой, я не тут кнопку кашу. Гости отличный матч провели и смогли взять все три очка. Что, матч закончен? Все, моя победа. Ну и пошел ты нафиг. Ладно, хотя бы один гол я забил. USA выиграла, Соединенные Штаты Америки выиграли. Вот. Вот такой вот получился матч, ребята. Да. В таком новом формате. Хоть я и проиграл, но тем не менее куча эмоций всяких смешных, я думаю, получилось. Да, значит, ролик удался. Ну что ж, я, может быть, мы как-нибудь еще раз так снимем. Ну, но мне игрушка нравится. Я надеюсь, вам она тоже понравится. Все, давайте. Подписывайтесь на канал. С вас Экос подписался, да. С нас эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, подписывайтесь на канал Чухачу Врачу. Вступайте в группу ВКонтакте, в Улях ее, к сожалению, пока нет. И не надо. Так что пока. Ладно, всем пока.